Наступила осень, и каждый из нас хочет продлить теплые дни. А ведь для этого нужно совсем немного. Главное, чтобы рядом были люди, чье тепло и забота поднимет настроение. А чтобы вечер стал поистине волшебным, отправляйтесь туда, где уютно и вкусно. Разнообразный выбор блюд порадует любого гурмана, а для маленьких посетителей всегда в наличии есть детское меню. Ее величество пицца различных размеров и начинок – безусловный лидер. Блюда европейской, русской, китайской, японской кухни приготовлены с любовью мастерами своего дела – все это для вас. Особую атмосферу создает интерьер заведения. Зоны для отдыха придутся по душе каждому посетителю любого возраста. Фотозона, детская зона и, конечно же, манящая к себе карта мира, на которой вы можете отыскать самые интересные места, связанные с вашими любимыми блюдами. Например, одноименный с роллами город Филадельфия. Любители габаджоу могут перенестись в сказочный Китай. Отыскать маленькую, но такую могучую Японию с традиционным удоном. И, конечно же, вкуснейшую Италию с многообразием пицц. Для маленьких посетителей карта мира окажется не только интересным, но и познавательным предметом интерьера. Пиццерия «Атлантида» намерена и дальше радовать своих посетителей. Приятные сюрпризы для каждого гостя и постоянные акции придутся по душе каждому. Если вы еще не видели обновленного интерьера пиццерии, то вам стоит поспешить. Наталья Протаковская, Ирина Петрова, Владимир Николаев, ЗапТВ.